Привет, фанаты киберспорта PUBG! Приближается пятая континентальная серия игр PUBG. Дата начала 16 сентября. Пока лучшие команды со всего мира готовятся, есть время узнать все новое об испытании «Выбирай» и о том, как заработать очки киберспорта и купоны голосования. Испытание «Выбирай» вернулось с новыми предметами PCS5, которые можно заработать и купить. Предметы PCS5 будут в продаже до 30 сентября, так что не упусти те, которые хочешь. Покупка предметов PCS5 даст тебе до 14 купонов голосования. Они пригодятся на испытаниях «Выбирай». Бесплатный купон можно получить, если смотреть трансляции PCS5. Каждая покупка поддерживает команду PCS5. Они получают 30% от продаж через равное распределение и призовой фонд. Покупай крутые предметы и поддерживай команды. Купоны могут дать тебе кое-что еще. Посмотрим на все способы выбирать и выигрывать. Испытание «Выбирай» начнется с игры «Выбери победителя». Используй купоны, чтобы предсказать победителя из каждого региона. Если выбранная команда победит в своем регионе, ты получишь 100 тысяч очков киберспорта на покупке в магазине. С четырьмя регионами в этой игре доступны 400 тысяч очков киберспорта. Так что делай выбор и зарабатывай. Вторая игра – командное единоборство. В этой игре ты можешь заработать очки киберспорта без купона, просто угадав победителя из двух команд. Как раньше, количество очков будет зависеть от того, сколько голосов у команд. Получи маленький приз, не рискуя, или рискни своим голосом ради крупной награды. Призы варьируются от 400 до 7600 очков киберспорта, так что выбирай команду и болей. Еще, ты можешь заработать купоны голосования и бонусные очки киберспорта. Для этого включай трансляции PCS5 и лови специальный код, он появляется во время игр. Успеешь его ввести, получишь бесплатные очки киберспорта. Таким способом можно заработать и купоны голосования. После завершения последнего матча недели на экране появится код. Успеешь его ввести, получишь бесплатные купоны. Для испытания «Выбирай». Игра Pick and Go на официальных Twitch-каналах PUBG. Новый способ заработать очки киберспорта. Pick and Go заменит Chicken Challenge из PCS4. Делай ставки, какие 9 команд хорошо выступят в следующем матче. Сражайся со случайно выбранным игроком и смотри, как за матч растут твои очки. Заработаешь больше всех очков, получишь очки киберспорта. Сделать выбор можно во вкладке PCS5 eSports. Там ты найдешь общую информацию по турниру и позиции команд. Или нажимай на верхнюю правую кнопку, чтобы перейти на сайт PUBG eSports. Вкладка eSports будет работать с 8 сентября для ПК и с 16 сентября для консолей до 20 октября. Ты их заработал, теперь пора тратить. Заходи в магазин eSports и выбирай предметы, которые хочешь, а потом возвращайся с заработанными очками киберспорта. Магазин будет открыт с 5 до 20 октября. После закрытия магазина непотраченные очки киберспорта пропадут. Начало PGC стремительно приближается. Команды сражаются за места. Какая команда станет победителем своего региона? Узнаешь на пятой континентальной серии игр PUBG 16 сентября. Выбирай команды, голосуй и следи за турниром PUBG eSports.